Сегодня 19 мая, день пионерии. Кстати, всех причастных поздравляю, кто когда-то был пионером. Я в Петербурге. Это крутейший город, я под впечатлением. И Академия Роста, в которой у нас через час начнется тренинг «Основные навыки управленца», это нечто. Сосредоточусь на этом мероприятии, а вечером уже, наверное, после 7 запишу информационную войну. Накопилось очень много вопросов, требуют ответа. До вечера. Спасибо за внимание.